попробую сейчас еще одну такую странненькую песенку спеть. Тоже на ее стихи. Сердце выскочило из груди и понеслось куда-то со стуком. Ну куда ты, не попади под колеса, ну что ж такое? Отведи от нее, отведи все моторы и жадные руки. Это просто такие дни, его лучше оставить в покое. Это, видимо, паранойя, это, видимо, выстрел меткий, это круг превратился в клетку, в клетке тесной нет огня. Понимаете, что со мной? Я еще одного человека, душу мне завалило снегом, сердце вырвалось из меня. Заберите меня отсюда, я совсем не того хотела. Я бегу по чужим маршрутам сквозь весну по раскисшим льдам. Обещаю, что я больше не буду, я так больше не буду делать. Без него мне ужасно трудно. Но куда? Но куда? Мне отчаянно, неподъемно, гром гремит. Где-то в небе темном, это сердце, оно не дома, это только моя вина. Оно скачет через овраги, и несутся за ним собаки. Оно будет причиной драки, если смогут его догнать. Объяснить это очень сложно. Так бывает довольно редко. Оно билось вот здесь, под кожей, а теперь его больше нет. Но мне нужно, мне очень нужно разыскать одного человека. Ему даже, возможно, хуже 40 раз, чем сегодня. Мне... И как будто накрыли волны, и нельзя устоять на месте. Колесо покатилось в гору, опровергнув закон инерции. Перепутались все законы, содрогнулась земля со стоном и ударила 40 молний. Это с неба упало сердце. Сердце выскочило из груди, понеслось куда-то со стуком. Ну куда оно? Ну куда ты? Не попади под колеса, ну что ж такое? Сердце выскочило из груди.